Несмотря на оттепель, снег в лесу сохранился, что сильно подбодрило вставших на лыжи. Участвовать в соревновании пришло больше 150 человек. Любителей совсем мало, в основном профессионалы со всей области. Приехала новая деревня, Ливинский район, город Ливный, город Мценск. То есть вся Орловская область у нас здесь сильнейшие собрались. Также есть представители из города Брянска, из города Карачева. Соревновались спортсмены на дистанциях 3, 5, 10 и 20 километров. Свою колею каждый из участников выбирал в зависимости от степени подготовки и возраста. Антон Цыбин – самый юный участник, ему всего 8. На лыжах стоит уверенно, готовится к зимнему сезону, начал еще осенью. Надо тренировать руки резинками, подтягиваться много. Надо развиваться, бегать, это не хобби. Я хочу стать спортсменом и занимать места. А вот это веселая компания, лыжники со стажем. Среди них и мастера спорта, и профессиональные тренеры. Говорят, нет ничего лучше, чем свой выходной провести в лесу, на свежем воздухе, с давними друзьями. Всю жизнь, сколько бегаем, всю жизнь вместе. Как мы договариваемся? Мы занимаемся в клубе ветеранов спорта, поэтому мы все вместе собираемся. И не только на старты, но на досуг. На соревновании всегда есть победители и проигравшие. Ну, страх чувствую, как бы. Думаю, сейчас выиграю. Ну, как бы перегонит меня страх. Как бы оборачиваюсь, когда смотрю, нет ли сзади кого-нибудь. Для взрослых спортсменов это была последняя зимняя гонка. Школьники же завершат свой сезон через неделю, если в лесу сохранится снег. Алина Лагутина, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной».